Немецкие инвесторы планируют наладить обработку полезных ископаемых в нашей стране. Об этом представители Германии заявили в Ганновере на конференции «Переоценка месторождений в Казахстане». Нашу делегацию возглавил вице-министр индустрии и новых технологий Нурлан Сауронбаев. Зарубежным деловым кругам впервые представили детальные данные о наличии твердых полезных ископаемых в Казахстане. Конференцией заинтересовались более 100 ведущих немецких компаний. Это потенциальные инвесторы, готовы участвовать в перспективных отечественных проектах. У Казахстана и Германии большие перспективы в партнерстве в сырьевом и технологическом секторе, учитывая, что вы очень богаты полезными ископаемыми, а у нас есть передовые технологии. Мы можем делиться с вами передовыми разработками, а вы своими ресурсами. В рамках конференции глава казахстанской делегации провел двусторонние встречи с президентом Федерального ведомства по геологическим наукам и сырью Хансом Йоахимом Кюмпелем, сопредседателем германской части Совместного делового совета по стратегическому сотрудничеству Петером Тильсом и руководством крупных германских компаний. Немецкая сторона подтвердила большой интерес отечественной промышленности. Казахстан sind ausgezeichnet. Установленная между нами связь – это фундамент для расширения партнерства, и это будет заметно в следующем году. Германия готова предоставить Казахстану технологии по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью и разработки в области возобновляемой энергии.